Генеральный спонсор прогноза погоды – торговая марка «Помпа». Пальто «Помпа» – стиль, мода и высокие технологии. Будем смотреть глубже? Да не вопрос. В пальто «Помпа» комфортно в любой ситуации. В четверг в Самарской области пасмурно и дождь. Температура днем плюс 13, плюс 18, ночью 10-12 градусов. Ветер западный, юго-западный, скорость 5-8 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, осадки в виде дождя. Днем плюс 18, ночью плюс 12 градусов. Западный ветер, скорость 6 метров в секунду. В Тольятти тучи, дождь, днем плюс 16, ночью плюс 12 градусов. Юго-западный ветер, 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно, пройдет небольшой дождь, плюс 16, в дневное время ночью 12 с плюсом. Ветер юго-западный 5 метров в секунду, атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 72%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Не дышит нос? Ответ один. Иди в амбулаторный центр номер один. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.